точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Конечно же, будет штаб в Екатеринбурге. Я снимаю фильм про своего отца. И так получилось, что Владимир Путин был человеком, который с ним работал. Он был его учеником, моего отца, был его соратником. Поэтому давайте не будем как бы смешивать эти две темы. Я еще раз могу сказать только то, что я уже сказала. Ничего разрешения ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек. По оценкам специалистов, по их мнению, это от... Я просто против того, чтобы любой человек, включая Владимира Путина, находился у власти по 17 лет. Вот я точно против этого.